И к другим новостям. В Чувашии будет создан IT-кластер. О необходимости создания в республике IT-кластера говорят давно. На недавнем совещании в Мининформполитике Чувашии совместно с корпорацией развития обсуждалась возможность размещения IT-технопарка в Чебоксарах. Резидентам предоставят всевозможные льготы. На первом этапе будет создана управляющая компания кластера. Пройдут маркетинговые исследования по изучению потребностей рынка. В качестве примера специалисты называют IT-кластер Сибири, который создали в 2012 году.